Фестиваль православного кино завершился в Киеве. На эту ежегодную встречу кинематографистов, чьи работы, связанные с религиозной тематикой, приехали сотни участников из Украины и не только. Среди гостей с мировым именем известный польский режиссер Кшиштоф Зануси. Но большинство участников – начинающие режиссеры. Тем не менее, темы поднимались серьезные. Открылся фестиваль мировой премьерой фильма «Крещение Руси». Его высоко оценили участники и организаторы встречи. Всего на главные призы претендовали 60 фильмов из Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Финляндии и Польши. Выбрать лучших — задача не из простых, говорят члены жюри. Наградили в итоге 12 кинематографистов. Есть какие-то слова, например, я не знаю, там, люблю, верю, там, что-то еще. И с каждым днем, ну, это мое ощущение, то есть слова, они теряют ценность. Эти работы и те люди, которые делают эти работы, они помогают сохранить слова, помогают сохранить веру и помогают сохранить эмоции. Меня впечатлила, конечно, работа «Крещение Руси», фильм «Открытие», поскольку за такой короткий промежуток времени, 1:20, показать историю крещения в таком качественном и, главное, правдивом виде, я думаю, что такого правдивого фильма еще не было о «Крещении Руси».